по борьбе с терроризмом. То есть везде у меня есть друзья, и, естественно, я получаю всю информацию. Естественно, я хочу в нашей стране спокойствия, порядка. И мне кажется, как раз дестабилизация может пойти с Кавказа. Поэтому надо гасить этот очаг прямо на корню. Как сделал это в свое время мой герой, герой гражданской, герой войны 18-го года. В общем, правая рука Суворова. Ну, вы знаете генерала, не буду говорить имя его, опять же, все, кто знает, все знают, и это наш генерал русский, это наша гордость, и методы его до сих пор используются. Кто-то называет их слишком жестокими, а я считаю, что наоборот, они как раз именно правильные, когда критическая ситуация. Так, я вроде высказался, но можем выйти в эфир, можем уже не выходить. Все со мной согласны? Ермолов, да, молодец, ладно.